Бегут все. Всероссийский день бега «Кросс-нации» 2018 прошел в субботу на территории парка культуры и отдыха имени Революции 1905 года. Традиционно это самое массовое мероприятие на территории города и области. В этом году повезло и с погодой. Участвуют здесь ребята от 5 лет и максимальный возраст у нас до 80 лет. Все категории наших с вами горожан, которые любят спорт и благодаря сегодняшней хорошей погоде смогли насладиться и спортом, и общением, и погодой, и природой. Для некоторых возрастных групп впервые в этом году применялись электронные средства фиксации старта и финиша. Это для взрослых и опытных участников. Время забега школьников оценивали судьи секундомером. Мне нужно было пробежать 1 километр, а тренировался я долго, потому что я занимался футболом, регби, карате, ну и много другим, плаванием, там, борьбой. За победой сюда пришел каждый. Лиза финишировала с приличным отрывом от своих соперниц. И это при том, что свой километр на кроссе нации девочка бежит впервые. Самое сложное – это вот здесь прямая в начале. Ну, потому что там, не знаю, много поворотов, как-то не так далеко оказалось. А здесь долго и прямо. Организаторы предполагают, что «Кросс-нации» 2018 в Иванове побьет все предшествующие. Участие в мероприятии приняли более 2500 человек. И это не просто рекорд, а большое спортивное достижение всех горожан. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.